Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня выехали на полигон, и у нас очень редкий экземпляр — винтовка Мосина. Сейчас у нас 44-го года, прицел ПУ-4, и протестируем патрончики Тулама, Калашников, Барнаул и Сипфайр. Мишеньки будут стоять на дистанции 100 метров. Будем стрелять по мишенькам слева направо. 6 видов патронов. Отстреляет хозяин винтовки, так как он знает винтовку. Ну и посмотрим, какой результат даст этот аппарат. Винтовка, конечно, классная. Сейчас Николай приступит к стрельбе. Ну и результат зафиксируем. Стоит камера. Все, приступаем. Здравствуйте, патроны Sipfire, 13 грамм. Магазина данной винтовки неотъемный. А, он однорядный вообще, да, красота какая. По идее, все точно должно быть. Ну что, приступим? Так, приступаем. Верхняя левая мишень. Целимся все время в кружочек, в центр мишеньки. Наша задача не попасть в центр мишени, а собрать минимальную кучку. Кабан убежал. Попробуй правильно встану. Угу. Отлично. 44-й год, так что все простительно. Так, делаем серии по 4 выстрела. Следующие какие у нас? Давай так вот, Тулама. А, намного ниже полетит. Да какая разница? Скорость. Ты в одно... В это, целься. Угу. В одно место. 148 грейн. Это у нас 9,5 грамм патрончик. Целься в одно место, а то не важно. Вышка была. Четыре, да? Так, сейчас винтовка немного остынет и продолжим. Патрон Калашников, 148 грейн, это 9,5 грамм. Делаем 4 выстрела. Сейчас третья правая, да? Третья верхняя. Thank you.
Ой, земля дрожит. Так. Давай следующий. Барнаул FMG 11,3 грамма. Гильза стальная с полимерным покрытием. Какая длина ствола? 730. Охереть, как на ружье. Коля, а еще покажи сразу. Предохранитель, как ты? Вот он, предохранитель непосредственно. Взведенным оружием оттягивается назад и разворачивается вот так. Это предохранитель? Да. Ага. А скинуть его просто? Оттянул? Оттягиваешь. О, шикарно. Ну все, давай. Какая мишень? Крайняя, верхняя, да? Правая. А, четвертая получается. Да. Четвертая верхняя мишень. Угу. Так, сейчас немного передохнем и отстреляем крайние две пачки. 13,2 грамма, очень тяжелая пуля. И еще один 11,3. Так, 4 партии стрельнули, сейчас стреляем Барнаул. Барнаул 13,2 грамма, очень тяжелая пуля. Софтпоинт. Я с таких даже ни разу не стрелял. Пуля вот так вот выглядит. Вот с такого патрона любой зверь, который находится на территории России, легко ляжет. Абсолютно любой. Вот из-за закраин. Бывают задержки, необходимо укладывая отталкивание. Назад, да? Да, ну вот ты подводишь к закраине, видишь? Все, вот он встал. Теперь вообще легонечко совсем. Так, нижняя левая, да, мишень сейчас? Да, нижняя левая. Кто слетел? Пятачок, который тянется. Скорее всего, попал. Следующие. Барнаул 11,3, гильза стальная, лакированная. Делаем крайнюю серию. И идем смотреть мишеньки. Так, окончили стрельбу.
Сейчас пойдем посмотрим наш результат и подтвердим. То Николай говорил, что он на 30 метров белки в глаз стреляет. Сейчас посмотрим. Так, смотрим. Это у нас был попадание. Ну, там это был Sipfire. Sipfire. 13 грамм. 13. Ровно? Да, 13 грамм. Soft point. СПшка. А, следующий. Следующий Тулама. Тулама. 9,5 грамма. 9,5. Это? Следующий 9,5 грамма калашников. Калашников. Это Барнаул, да? Да, Барнаул. Барнаул. 11,3, да? Да, 11,3. Так, это был тоже Барнаул. 15, это тяжелый, который. Да. 13, Барнаул 13, ровно, да? 13,2. 13,2 или 13,3. Или 13,3, да, 13,3. Вот. И это? Это Барнаул 13 грамм. Или 11 грамм. 11,3. 11,3. Там гильзы разные у них. Да. Так, смотрим. Рулеточку берем. Ну, здесь по камере посмотрим. Кажется, вверх пришло. Тулама. 7,5. 7,5 сантиметра. Калашников. По дальним. 7,5. 7,5. Если вот по этим трем брать. 5. Так, Барнаул. Ну, по дальней, смотри, поедем. Что интересно, да? Край пробоина, другая пробоина. Да не, я по центрам смотрю. 5,5. 5,5. Ну, кучка хорошая. Ровненькая. Так, Барнаул 13,3. Ну, один отрыв. По трем 3 сантиметра. Если по этим. 3 сантиметра и один отрыв. 9. И Барнаул 11,3. Так, по дальним. 5. Да не, меньше. 4 ровно. 4, ну вот этими парами прилетело. Если по 2 тут парами, тут 1,5 сантиметра. Вообще шикарно. Вот хороший Барнаул 11,3. Здесь хороший результат. И тяжелый 13,3, который вообще шикарно. Ну, это мы по камере посмотрим. То, что непонятно. Но в листе нету. Ну, давай перестреляем Sipfire. А есть еще они? Да. Ну, можно стрельнуть Sipfire сюда еще. Давай сейчас стрельнем, на всякий случай. Только я буду целиться тогда ниже. Не, так, все так же, целься. Просто опять сюда может прилететь. Не, ты поправку опусти давай, просто. Давай мы просто бумажку эту самую. Ну, сейчас, подожди, наклейку просто переклеим, да, сейчас вот так. Так, перестреливаем Sipfire. Да. Вес Sipfire. Какой еще раз? Sipfire 13 грамм. Все. Soft point. Также верхняя мишень. Да, просто ее перестреливаем. Ну, это хорошо. Пойдемте посмотрим. Ну вот, Sipfire перестреляли, но это не те патроны, не этой винтовки. Бардак тут. 8 9. В общем, Sipfire не ее. Это вот Барнаул и Барнаул. Вообще все шикарные. Ну, я смысла не вижу. Барнаул вообще шикарные кучки. Ну и что? Ну,
Винтовка хорошая. Винтовка 44 года, прицел 34. Это прицелу сколько получается? Почти 100 лет, ну 90. Это вообще... Ну вот так вот, с таких винтовок люди воевали. Это насечка. Деды. Деды наши, прадеды. Аппарат хороший. Все, давайте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.